Всем доброго дня! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня мы с внуком прогуливаемся по городу Брянску, посмотреть, как цветет розовая акация, или как ее правильно называют, робиния, щетинистоволосая, клейкая. Очень красиво цветет. Мы увидели двух видов этой акации, поэтому вместе с вами мы прогуляемся. Растет она в виде кустарника, 1,7 м роста. В отличие от белой сестры, она почти без шипов, редко так видны. Листья большие, больше, чем у самой белой акации. Цветки около 2 сантиметров, ну, будет, может, чуть больше, собраны в кисти. Но запаха, как вот я не услышала, слабый запах. Но медоносные, пчелки летают. Цветет не только белая акация полезна, но и розовая акация. Вот такая. Вот такими красивыми бутонами. Вот она. Здесь рядышком два куста. Не выходи, Степа. Вот мне ближе поднести. Столько здесь пчелок. Вот она какая. Красавица. Она тоже лечебная. Нет, она. Вот они, пчелки, трудятся. Вот они. Бесподобный цвет и аромат идет такой. Ой, сколько их бутонов красивых. Вот они, какие красивые. Розовенький, такой бледно-розовый цвет. Куда? Надо. Вот он. Вот, куст красивый. Вот. Красавец. Шишечками прям такие. Вот, такие кусты огромные. Вот они. Вот огромные кусты, но уже отцветает.